подготовка к учебному году. Новое перила. Ну, процесс идет, да, процесс идет. Вот. Да. Я сейчас проходил за книжку на фото. Там не буду я там фото, не будет там. Так, пока процесс. Очень чисто и красиво. Но пока ремонт, вот ничего не нужно сделать. Там здесь это тут и пыльно. Но сам факт. Да, были бы стены. Так, ну кто у нас был? Руководитель. Да. Так, это Сергей Анатольевич, это наша Катя Ковалевская, это наш губернатор Дворкович. Ну, Дюжинов дважды был у нас. Мы с ним шахматы играли здесь. Вот просто, ну, видите, что вы видите, все замечательные. То есть 20 человек садится сразу у нас здесь. Там комнаты отдыха, там все инфраструктурные наши. Просто вот, ну, извините, что в такой ситуации операция 1 сентября будет полная готовность.